Это прямая трансляция Чонгука на V-Live 7 марта 2021 года. Тогда я... Что там? Почему я не могу это контролировать? Этот комментарий. Лучший дом. Я иду с блокнотом. Ох, холодно. Слишком холодно. Я знал, кто. Перед этим. Дважды. Здесь слишком холодно. Да. Привет, Джей Кей. Искусство превысило... Что? Искусство превысило 1 миллион вон. Да, если вы придете еще немного. Я понял. Что ж, рад встрече. Маленький. Сонный. Я не могу уснуть. Это размер шрифта. Приятно видеть размер шрифта завтра утром. Смотрите, что у меня есть. У меня был график, но все верно. Я не знаю. Потому что фильтр сейчас немного отдыхает. Это весело, но этот цвет... Может быть, это изменить? Изначально это было почти вот так. Немного света. Не слишком ярко. Потому что я на самом деле шоколадного цвета. Мятный шоколад. Мне это сейчас очень нравится. Сделаю немного фильтр. Что случилось? Я думал, это самый лучший. Я думаю, вот этот самый лучший. Это лучшее, да. Немного крутого тона. Я не знаю, что это значит. Это нормально. Так пойдет. Этот цвет волос здесь выглядит немного голубоватым. Почему же? Вы можете слышать мой голос, да? Все нормально со звуком. Сегодня я только что составил такой график. А кроме того, немного раньше у меня была личная фотосессия. Она началась довольно рано, но и закончилась пораньше. Так что я подумал о вас. И вот я на месте. Что я ел? Я пошел и поел кимбап. Еще был салат первоначально. Я заказал корейскую еду с доставкой вчера. А потом я уснул. А утром прибыл на место съемок. Вот с таким настроением. Да, я не мог. Пока я ел салат из Тэджона до сегодняшнего вечера. Время пообедать. Да, я ел рис еще. Да, еще я ел рис. Сначала нужно съесть немного салата. Вам 먹었어요, 밥?
샐러드를 섭취를 좀 해보겠습니다. 그럼 저 타협을 좀 하기로 했어. 야, стараюсь есть в умеренных количествах. 적당히는 먹으면서. Давайте похудеем. Давайте похудеем и будем здоровыми. 이런 취지로다가 한번 또 잡아보겠습니다. Я не буду использовать это. Я не могу спать. 안 죽어요. 못 해요. Да. Вот твою, вот твою. А вы знаете, когда я ел салат в прошлый раз, я... А, 그리고... Чобанэдо салат 먹으면서 그거 했잖아요. 저는... Теперь я решил, есть еще один салат. Есть такой салат для похудения. 어쨌든 이게... В любом случае, он лучше работает, чем другие продукты. В нем также мало натрия. То, что немного обременительнее, лучше. А вот почему я думаю. Да, я делаю корон сейчас. И говори так. Коул следит за собой. Он не может хорошо выйти на улицу. Кроме того, обычно, если изначально это была повседневная жизнь, должно быть, была какая-то активность. Теперь я не могу выйти на улицу и не могу пошевелиться. Я даже не могу выйти на улицу. Пока дети вот так дома. Да, тебе действительно хорошо. Тебе становится скучно. Со здоровьем мне не становилось лучше. Так, что-нибудь... Как и я, вы можете есть салаты в диетических целях. Но только просто... Через неделю? Примерно пару раз, два или три раза. Я не думаю, что просто есть салат в качестве еды – это плохо. Позаботьтесь и о своем здоровье. В любом случае, должно быть что-то, что выделяется из тела во время активности. Он тоже сидит. А если он дома? Потому что могло быть и хуже. Даже один прием пищи в день. Даже на обед или ужин, даже утром. Салат просто. Как хорошо поесть. Почему этот восьмой сезон? Если разрезать и съесть этот салат, вы должны хорошо заботиться о своем здоровье. Мы так делаем, и вы должны так делать. Это значит, что если вы нездоровы, то и мы нездоровы. Берегите свое здоровье. Хорошо? Но овощи, наверное, кому-то это нравится, но это немного безвкусно. Ким Хан Сен здоров. Я ем печенье прямо сейчас. Очень вкусно. Выглядит вкусно. Настоящий день. Пожалуйста, принимайте один или три раза в неделю. Вы должны делать домашнее задание равномерно. Я какое-то время рисовал картину на YouTube. О, у тебя в это время были длинные волосы. А, длинные волосы. Откройте и просто завершите расписание.
место, где я рисую вот так. Это очень уникальное место. Это просто кафе, но это кафе, где можно рисовать. Это очень свежо. Очень хочу снова здесь побывать. Из-за домашней кухни. И вы можете повесить все, что нарисовали. Всем, кто приходил посмотреть на дерево в любое время, не делай того, что нарисовал. Мы превысили 100 миллионов лайков. Небольшое сочетание цветов. Не сожалею. В любом случае, это то, что я имею в виду. Сейчас смотрю видео и трогаю его сейчас. Я сделал что-то подобное. Я бы хотел сказать, посмотри. Это было определенно сложно. Я был немного разочарован изображением. Далее, если вы рисуете картинку себе на ухо, я скажу вам. Нарисуем картину, которая может быть теплой силой. Вот это.